Внимание! В данном ролике показана отработка команд, которые собака уже знает, и нужно добиваться уже их выполнения. Если ваша собака приучена на улицу, сначала выведите ее как обычно, потом верните, когда собака сходила в туалет, и начинаете отработку выхода из дома до тех пор, пока собака не начнет выходить спокойно. И так каждый раз. От спокойного выхода из дома зависит очень многое. Если вы не научитесь это делать, в каждой двери собака уже будет выходить возбужденной. Нет. Молодец, пойдем. А вот и не угадал. Нет. Что надо сделать? Еще раз. Молодец, хорошо. Уно мас. Ай, хорошо, пошли. Заходи. Нет. Это что такое? Сейчас закрою дверь. Ну-ка сидеть. Ну, нам неудобно, у меня все руки заняты. Прошу. Пойдем, молодец. Хорошо, умничка. Стоять. Смотри на меня. Иди сюда. Иди сюда. Ко мне. На меня внимание. Хорошо, молодец. Такой красивый. Собачек прошел, даже не дал. Брось. Тьфу. Тьфу. Ума, брось. Тьфу, я сказала. Умка. Нет. На меня внимание. Хорошо, иди сюда. Сейчас на штатив поставлю, будет проще. У меня руки хоть освободятся. На меня внимание. Да, хорошо. Ну и собачки, ну и хорошо. Пойдем. Ума. Брось. Хорошо, пойдем. Пойдем. Умка. Молодец. Хорошо. За мной идем. Хорошо. За мной идем. Да, сам. Молодец. За мной идем. Хорошо, молодец. Ай, браво, стоп. Молодец. Хорошо. Иди сюда. Молодец. Хорошо. Молодец, умничка. Стоп. Хорошо, пойдем. Да, у меня грязи на лесу накидали. Нет. Что же вы таким малым коллективом, Саня? Сложный парень. Чего? Сложный парень. А, сложный. Можете еще раз пройти мимо нас? Чтобы давайте. Телефон не свалить, пожалуйста. Угу. Да, хорошо. Угу. Сидеть. Молодец, Саня. Иди сюда. Спасаешь, что нашел, да? Да, он, не знаю, как туда будет. У вас недавно? Нет, он давно занимается, просто не отрабатывает. Нет, неплохо запоминает. Тупенький, да? Смотри, ну, такое люди есть. Так. Немножко, да. Тебе тоже дать? Нельзя, наверное, да? А что, пожалуйста? Да, здравствуйте. Немножко друзья. Ну, так привет, так и скрыть. Хорошо, ничего. Я ей уже давала тогда. Да. Я особо нет, я, наверное, не поощряю, но от вас можно. Это совсем незнакомые люди. Нет, я чужой это не даю. Да, да. Уже такие локтики у меня длинные, надо было ей подстричь. Что-то не постригли, а у нее там близко эти сосудики. Так это надо закрыть. Нет,
а как ей подстригли? Вон у нее вот оттуда кушать смотрим еще этого. А где отстригли? В ветеринарке? А куда ему надо поить и простричь-то? Ну, у вас от 4 лапок подстричь. Там есть эта услуга, да. Наша хорошая девочка, одна может оденьте и подстричь. Потому что иначе пальчики может разбивать себе, и будет потом инфекция. Да дороже лечить. Иди сюда. Вы еще туда еще? Да, угрызь. Молодец, Гарсюшечка. Молодец. Нет, правда, когтики очень длинные, надо ей уже... Потому впереди зима, вообще туда не стучит ничего. Сумочка молодец. Ну, так мы гуляем много, мы видим такие особенности. А у них не стачиваются, я с вами тоже стригу. Сколько бы мы ни гуляли, все равно. Иди сюда. Хорошо, молодец. Спасибо. Иди сюда. Иди сюда. Так, перешагивай. Молодец. Перешагивай. Прыг. Давай, прыг. Давай еще раз, прыг. Да, еще раз. Еще раз, прыг. Давай, давай, давай. Оп, молодец, хорошо. Еще раз, сам. Да, давай сам. Еще раз, сам. Прыг. Молодец, хорошо, умничка. Давай теперь на длинную. Давай. Вперед. Сам. Сам. Прыг. Да, молодец, еще раз. Давай. Давай, давай. Хоп, молодец, хорошо. Еще раз, молодец, давай. Давай, вперед. Вперед. Да, еще раз. Еще раз. Да, еще раз. Еще раз. Давай. Давай. Хоп, еще раз. Да, еще раз. Давай, хоп, еще раз. Да, молодец, еще. Еще. Да, молодец, еще. Хорошо, еще. Давай, вперед. Вперед, да. Еще вперед. Вперед, да, молодец. Хорошо, умница. Молодец, хорошо. Иди сюда. Да, иди. Да, молодец, иди сюда. Иди сюда. Что ты палок боишься? Бегали в грудку боишься, палок. Иди сюда ближе. Да, молодец. Хорошо, стой рядом. Не думаю. Хорошо, молодец. А ты что думал, в сказку попал? Давай еще раз. Давай, вперед. Да. Молодец, хорошо. Еще. Давай, прыг. Иди, иди, не боись. Давай. Вперед. Вперед. Да. Еще раз. Давай. Вперед. Да. Еще раз. Вперед. Прыг. Молодец. Еще раз. Еще раз. Да. Молодец. Еще раз. Давай, давай, не упираемся. Идем вперед. Да. Вперед. Давай. Хорошо. Еще раз. Вперед. Давай. Да. Еще раз. Молодец. Хорошо. Ай, браво, молодец, умница. Молодец, умница. Хорошо. Берем вкусняшки. Вот твои вкусняшки. Давай еще раз прыг. Хорошо, еще раз прыг. Молодец, хорошо. Давай еще разочек, но уже перепрыгивай сам. У меня внимание. За вкусняшку. Да. Давай прыг. Вперед. Давай, вперед. 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 Давай, давай. Молодец. Еще раз. Сам. Ай, браво, молодец. Хорошо, умница. Молодец, хорошо. Давай еще разок. Теперь сам. Сам. Раз. Еще раз. Да. Прыг. Сам. Молодец. Ой, хорошо, умница. Молодец, хорошо, умница. Хорошо, молодец. Следующее упражнение. Сейчас мы сделаем подлиннее поводок. Иди сюда. У меня внимание. Сюда. Молодец, хорошо. Сюда. Молодец, хорошо. Сюда. Сюда.
рядом. Да, молодец, хорошо. Ай, браво, умница, хорошо. Молодец, умничка. Ладно, давай, не заморачивай меня, вечером. Внимание, дорога, дорога, мы выбрали маленькую дорожку и отрабатываем через нее переход, нет, хорошо, и будем ходить до тех пор, пока не перейдет нормально. Ума, дорога, ну здесь она такая небольшая, но все равно, пойдем. Ума, нос поднял, хорошо, на меня внимание, хорошо, молодец, пойдем. Дорога. Все вот эти вот моменты, которые тебе не нравятся, что он как-то делает не так, перевозбуждается. Ежедневно отрабатывай, чтобы... Стоп, куда без меня пошел? На дорогу без мамы нельзя. Идем. Хорошо. Также с самокатами. Идем.
Хорошо, молодец. Сначала маленькие дорожки, потом побольше. Стоп. На меня внимание. Хорошо. Прелесть. В общем-то, мы позанимались и у дороги. Стоп. Да. И с самокатами немножко получилось. Я все сняла. Сейчас попозже немножко тебе пришлю наши отработки. Смонтирую только, чтобы это было в одно видео. Нет, иди сюда. Да, чтоб не тянул. Это надо каждый день отрабатывать. У него хорошая динамика, когда постоянные занятия идут. Ума. Да, хорошо. Видишь, там уже притормаживаю. Хорошо, молодец. Здесь он, конечно, пытается из лужи пить, но... Да, хорошо. Молодец, сыночка. После занятия можно поиграть, да? Да. Где-то ж надо свой пар выпускать. Ха-ха-ха-ха. О, ты божечки. А он не лаял, да? Сейчас Ума на... Сейчас на Уму. Ума кого хочешь заведет. Все? Он громкий, правда, да, есть такое дело. Ну. Сейчас пусть успокоится немножко. Да. Да что ты говоришь? Ты его научил плохому, Умка. Если что, записывайтесь на занятия. Если что, приходите на занятия. Да, научим вас и не такому. Ну, тебе понравилось, смотрю, лайк-то. Ну пусть на Умку можно полаять, а вот на других не надо. То он бы вел себя совсем иначе. Молодец. Пойдем, пойдем. Хорошо. Будет у твоей мамы время тебя помучить. Сейчас спатеньки. Да. Тоже без разрешения не заходим. Так. Можно, пошли. Хорошо. С вами отработочкой попозже пришлю. Я там на штативе ставила на камеру. Ай, хорошо. Умка, молодец, пойдем.